Фонарь еще горит. Они погибли недавно. От укусов в шею. Постоянный источник дохода. Ну, пойдем. Ты слышишь? Чайки! У нас получилось! Пойдем! Надо подготовить корабль, пока охотники не поняли, что происходит. Наконец-то. Сколько можно таскаться по подземельям? Успела смотреться? Как корабль? Старая калоша.
дерево прогнило, паруса драные, как старые портки. А... До ковера доплывем? Если только не будет штормов. Я дам знак остальным. Помочь? Я могу сыграть на скрипке или сбегать за цветами и шоколадкой. Что ты несешь? Только не говори, что ты не будешь умолять Трис, чтобы она осталась. Что тебе вообще надо? Люблю романтические истории, особенно со счастливым концом. Они жили долго и... Охотники! Охотники идут! На корабль! Живьем, брат демона! Дикстра, я не знаю, как тебя... Не время для благодарностей. Садитесь на корабль. Еще только одно прощание. Спасибо. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. И того, что у нас было. Останься со мной. Геральт, давай больше не будем. И, по крайней мере, не здесь и не сейчас. Госпожа Меригольд, пора отчаливать! Пожалуйста. У нас был шанс, но мы его не использовали. Я люблю тебя. Госпожа Меригольд, мы отдаем концы. По крайней мере, ты попытался. Меня когда-то тоже отшила чародейка. Рассказать тебе? Расскажи, мне не помешают. Когда-то я сдувал пылинки с Филиппы Эйльхард, когда мы оба еще служили Редании. И вот надушился я, как шлюха в жару. Надел костюм в продольную полоску, потому что она, понимаешь, стройнит. Ну и говорю ей, Филиппа, столько нас объединяет. Все дела. И знаешь, что она сказала? Что продольная полоска все-таки недостаточно стройнит? Нет. Что? Геральт, повернись. Я не настроен шутить. Да нет, серьезно. Повернись. Трис, я думал, что... Я тоже. Но я передумала. Спасибо тебе. Большое спасибо. Дикстра, не обижайся, но... Исчезаю. Меня уже нет. Пойдем отсюда. Куда-нибудь, откуда видно корабли. Веди. Теперь-то их не поймают. Нет. Можешь выдохнуть, правда. Ты прав. Просто я никак не могу поверить, что все уже кончилось. Я мечтала об этом месяцами. Ты так себе это представляла? Нет. Я представляла, что буду на корабле вместе с остальными. А ты, самое большее, будешь махать мне с берега платочком. Надеюсь, ты не жалеешь, что дело повернулось иначе. Говорят, ковер красив в это время года. Но все-таки я выбираю тебя. Неудивительно.
Я в это время года тоже довольно красив. Да. Может, мы еще отправимся туда, когда все кончится? Это означало бы балы, банкеты, беседы и всякие другие скучные вещи на «Б». Угу. Но также балдахины, бальзамы, безе. Ты бы мог отыграться за все эти годы, когда спал по кустам и мылся в горных ручьях. Звучит соблазнительно, но мне ведь не обязательно отказываться от ведьмачьего ремесла. Нет, ты бы мог иногда брать заказы на разных чудищ, чтобы не выйти из формы. Только не слишком опасные, чтобы я не очень волновалась. А я бы тебя ждала. Дай угадаю. С ужином при свечах? При свечах? Но в постели? Хотя, на самом деле можем обойтись без свечей. И без постели. Смотри, они посылают нам сигнал. Ха. Эл. А. Ка. Б. Р. Хлакбор. Никакого смысла. Это кот. А ты чего ждал? Спасибо, Геральт, за это и за то, что ты сказал мне в порту. Я должен был сказать это уже давно. И что теперь? Боюсь, для «они жили долго и счастливо» и еще слишком рано. Я поеду искать Цири. Я уже близко. К ней или к кому-то, кто знает, что с ней случилось. Где мы встретимся? Мне приходит в голову только одно место, где рады ведьмакам и чародейкам. Каэр Морхен. Я давно там не была. Итак, до свидания. Я буду скучать. Очень. Я тоже. Одеколон, пот, иконская мазь для больных суставов. Дикстра. Ох уж это ведьмачье чутье. Ничего от вас не скроешь. Да, и от тебя тоже. Ты когда-нибудь от меня отцепишься? Когда-нибудь. Когда ты станешь мне не нужен. Дикстра, что ты затеял на этот раз? Как ты думаешь, сколько чародеев мы спасли? Всего. Не знаю, не считал. Около 30. А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? 2003? А что, проводишь перепись? Нет. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасет чародеев в Оринбе, в Банарде, Арткарайге, Кулете? Ты же знаешь, что Родовид не успокоится, пока не перебьет их всех. Всех до единого, включая Йеннефер и Трис. Трогательная речь. А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Родовида.
Я не убиваю королей, что бы там ни говорили. Знаю. Я прошу тебя только помочь организовать покушение. Удар нанесет кто-то другой. Дикстра, может, ты об этом не знаешь? Но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе. Для чародеев и для твоих подружек тоже, для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля — это тебе не заказ на Нагера. Подумай над моими словами. А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению, приходи в Пассифлору на чердак. Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Прощай, Геральт.